And we can see the beauty here in the mountains that border Armenia and Artsakh or Karabakh, or whatever you want to call it. Journalists have a job to do. And if a country like Azerbaijan does not let journalists report on the situations that's going on, and in fact has no borders with an area they're having a war with, then, of course, the journalists of the world need to show the world what's happening. And we will do what's necessary to enter these areas because the truth needs to be shown to the world. And that's what I do. And that's why I'm here now. There who respect my work and appreciate what I'm doing, please subscribe, like this video, and help spread the word of my work because the world needs to see what's happening and what has happened. We've just arrived at the Dad Vank Monastery in the Karavizhar region of Artsakh. And this region is in 5 days going to be turned over to the government and the country of Azerbaijan. And we're here to document what's happening here. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно представиться себя? Отец Иванес, настоятель Дадиванского монастыря. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Мы находимся в Дадиванке. Правда, через 5 дней этот район должен уезжать на Азербайджан, да? Я тоже слышал. Это на бумаге все написано, на бумаге. А на самом деле здесь живут пока христиане, армянский народ. Как старый это монастырь? Дадиванг, Дади это имя. Дади, он был ученик апостолов Фадзея. Фадзей и Варфоломей проповедовали христианство в Армении. В первом веке Дади пришел сюда проповедовать христианство. В 60-70-х годах принял мученичество, его похоронили здесь. А в 4 веке, когда армяне приняли христианство как государственную религию, стали приходить сюда паломники, верующие, и начали построить часовный храм до 17 века. И именно это монастырь, какой год это строит? От 4 до 17 век монастырь. Да. Там есть 11 век, церковь 12 век, 13 век. Ну, в средневековом уже монастырский комплекс полностью действовал. Это как долго просис, в принципе. Долго, да. Азербайджан сказал, эта территория навсегда был как Азербайджан. Как вы подумали? Азербайджан много что говорит. Разве они христиане? Пусть докажут, что это была азербайджанская территория. Пусть докажут. Мы доказываем, что вот церковь наша. Мы доказываем с нашими хачкарами. А они пусть доказывают, что это было их. Они кочевники, и всего 100 лет, что это Азербайджан существует. До этого было Азербайджан, не было Азербайджан, не азербайджанцы. Но сейчас они хотят обманывать весь мир, что у них они были, и у них есть территория. Не было. Они всегда захватили территорию. За 100 лет захватили территорию. Азербайджан. Даже это слово не было 100 лет назад. Ну а как на данный момент обстановка здесь? Нормально. Нормально. Наши верующие паломники приходят, мы проводим службу в церкви, литургию, крещение идет. Как обычно. И как вы думал, после Азербайджан здесь, вы думал, это будет опасно за армянские люди или нет? Как для нас будет опасно, так и для азербайджанцев будет опасно жить здесь. Да? Не только для нас, да? Russian peacekeepers
are here right now. Hopefully they stay here and protect this history, religious Christian history, and hopefully this Christianity lives on here in this territory. But only time will tell. So please like this video, share it across all social media, subscribe if you're new. And as many of you know, I'm totally independent and crowdfunded journalist because I want to bring you the truth of what I see with my own eyes, so you don't miss anything and no one tells me what to show you. So if you'd like to help support my work, there's a link in the description, and you can share this across all social media as well. And if you can, you're of course welcome to donate to support my work as well.